Вот. И тут вы спросите еще, для чего мне эта рамочка слева, под типа веб-камеру? Ну так это. Оба-на! Здорово! Ну а прежде чем продолжится видео, хотел бы сказать то, что на нашем канале стартовал новогодний розыгрыш. Призовой фонд розыгрыша 4000 рублей, ссылка на розыгрыш в описании и условия там же. Ну что, ребята, вот и дивизион А в ПКТ лиге, самый жесткий дивизион, где катаются киберкотлеты, ну по крайней мере, скажу так, две жесткие киберкотлеты, это Мирандикс и Мэдшот. Ну и мы посмотрим, что же я могу сделать в этом жестком дивизионе. А, трасса у нас та же самая, поскольку одна и та же трасса у всех дивизионов на каждой неделе проходит. Ну что же, у меня был опыт Б-дивизиона, так что мне надо было учесть ошибки Б-дивизиона и не повторить их, по крайней мере, не словить лишние штрафы и вообще желательно не словить их вовсе. Квалификационный круг у нас первый, в принципе, был неплохим, то есть я выезжал почти сразу. Соответственно, это не как было в Б-дивизионе, когда 5 минут подождал, так сказать. Трасса уже была чуть накатанная. Сейчас она не имеет особо большого наката, но, в принципе, шел я, ну, более-менее неплохо. Также, кстати, еще можно заметить, как я интересно срезаю данный поворот и не ловлю, к примеру, Innovation. Хотя в гонке в Б-дивизионе я даже меньше заехал на этот чертов поребрик, и по итогу мне тогда дали последнее предупреждение и, соответственно, те самые 3 секунды. Ну что же, выход на старт-финишную прямую. В принципе, круг был неплохим. Был он минута 23. В принципе, неплохо. То есть есть над чем работать. Я занимаю пока что промежуточную вторую позицию. Также Файргай у нас еще был в рейсинг-поинте на замене. Второй круг. Я, в принципе, даже нет, это вроде уже либо вторая, либо третья попытка. Я точно уже не вспомню. Я просто помню, что я вторую, либо третью попытку заруинил. При этом, в принципе, неплохое там время вез. Прохожу снова первый сектор неплохо. В принципе, начинаю потихоньку даже отыгрывать по времени, потому что раз уже чуть больше имеет наката, больше сцепления. Можно раньше нажимать педаль газа. Но пока что, да, я отыгрываю очень мало времени. Проиграл я своему, как бы, так сказать, лучшему коллекциону времени из дивизиона Б пока 0,2. И надо как-то их найти где-то. По крайней мере, уже нашел 0,1. Тут же почти нахожу и 2-ю, 10-ю. Все, что мне теперь остается, это привести этот круг до конца, и у меня будет, в принципе, неплохое время. Но, наверное, можно будет еще где-нибудь подснять, потому что, например, в данной связке поворотов я очень широко прохожу первый и второй поворот, и, соответственно, теряю где-то 1-ю гарантированно. Третий сектор мы начинаем уже проезжать. Начинаю отыгрывать уже почти 0,3, даже не почти, а уже отыгрываю 0,3. Очень хорошее время начинаю показывать, то есть уже выхожу из 20 секунд, осталось всего лишь пройти последний поворот, не закосячить выход на старт-финишную прямую, что я, в принципе, и пытаюсь сделать, и по итогу минута 19 и 942 тысячные. В принципе, неплохое время, которое мне позволяет занять четвертую стартовую решетку, и с которой мы также отправляемся в бой. В этот раз мы стартуем, конечно, с грязной траектории, не с гоночной, но, в принципе, это не меняет расклады. Я неплохо стартую, остаюсь на своей четвертой позиции. По внутренней траектории меня пытался кто-то обойти, по внешней тоже. Я решил оттормозиться чуть раньше, поскольку не было возможности сместиться на гоночную траекторию. Ну и по итогу у нас сзади там, может быть, даже небольшой происходил завал. Дальше все, что мне нужно было делать, это пытаться удержаться за Кистедом впереди идущим. Два пилота впереди, это Мирандикс и Мэдшот, это, как я говорил ранее, киберкотлеты, за которыми удержаться будет очень и очень сложно. В принципе, уже видно даже, что к третьему кругу Кистед отстает от Мирандикса на секунду. Я еще делаю ошибку, но благо я не выпадаю из-за этого из ДРСа. Также еще и позади меня пилот на Red Bull во втором кругу вроде тоже совершил ошибку в первом секторе, и за счет этого прошел мой напарник по хасу Слава. Ну и по итогу от Славы я даже немножко оторвался. Конечно, теперь мне самое главное было удержаться за Кистедом и пытаться, ну, как-то напрягать его, атаковать, но, блин, часто меня сносило в последнем повороте, честно, я даже не знал, с чем это связано. Наверное, стоп тот же, но почему-то машина вела совсем по-другому. Ну, погода, конечно, чуть может быть другая, меньше прогретая трасса. Ну и да, к восьмому кругу я решаю то, что надо заезжать в боксы, потому что резин как-то уже не очень хорошо себя показывает, и пытаться как-то, может быть, сделать андеркат по отношению к Кистеду, который, может быть, пойдет на стратегию медиума. Выезжаю я позади небольшого трафика из трех болидов. Теперь задача, как в
B-дивизионе надо пройти этот трафик как можно быстрее, не потерять на нем кучу времени по отношению к своим оппонентам. Ну и, соответственно, надеяться, то, что мои оппоненты, которые идут впереди, выйдут в этот самый трафик и также в нем застрянут, как, к примеру, могу это сделать и я. Догоняю сначала потихоньку, который отстал от впереди идущих двух болидов, что мне на руку, поскольку он теряет возможность строить ДРС крылом. Ну и что же, обратная прямая, конечно, я мог чуть лучше выйти, но по итогу вышел как вышел. Сначала решает почему-то обороняться, хотя я был достаточно далеко от него. Поздним торможением вхожу в поворот, чтобы как раз поравняться с ним. Ну и бок о бок проходить третий сектор. Сначала решил все-таки оттормозиться, поскольку у него резина была с самого старта, и мой хард все-таки будет показывать лучше себя, нежели его тип резины. Ну и выход на старт финишную прямую, я тут же начинаю от него отрываться, тут же там привез 70-х, и более-менее вроде бы даже скинул из ДРСа. На 12-м кругу выезжает Кистед из пидстопа, и он перешел на тот самый медиум, о котором я и думал. Теперь мне самое главное было оторваться от Санчелла и надеяться, ну, Кистед потеряет время за Санчелла, но все-таки разница в резине уж очень была велика, и, скорее всего, в лучшем случае ему потерял бы там секунду по отношению ко мне, но и быстро нагнал. На 12-м кругу я ловлю последнее третье предупреждение и получаю 3-секундный штраф. Хотя, на самом деле, в том повороте я всегда выезжал достаточно широко, но мне не давали предупреждений за это. В этот раз почему-то дали, тут меня тоже сносит широко, а опять же, как в Б-дивизионе, мне дают предупреждение на выходе с последнего поворота. И да, я немного начинал тильтить, но я понимал то, что, блин, надо просто сосредоточиться и продолжать ехать, и не получать дальше эти чертовы предупреждения. Ведь ребята, с которыми я гоняю, они гоняют очень хорошо и качественно, в том плане, что они не получают простки. Эти штрафы. Опа. На 13 кругу у нас выходит машина безопасности крайне не вовремя. Машина безопасности не выходит для меня, потому что я думал, конечно же, пойти на пит-стоп, взять медиумы до конца, но на самом деле мне инженер сказал сюда, то что это не стоит свеч, и я потеряю гораздо больше, чем отыграю по итогу. Но Мирандикс решил воспользоваться этим и заехал в бокс за медиумом, но все-таки его темп позволяет это сделать, и он сможет отыграться обратно. На 15 кругу у нас дается рестарт, благо это был нормальный рестарт, Более-менее замедлял матчшот очень жестко наш пилотон, и даже начинал он разгоняться к последнему повороту. Ну и все, мне теперь самое главное было как можно дальше оторваться и удержаться матчшотом, но первый поворот я прохожу очень плохо, что позволяет Кистеду приблизиться ко мне на 0.4. Ну и это был вопрос теперь времени, как скоро он начнет уже атаку на меня. Печально еще это было тем, что по сути это плюс для гонщиков, которые перешли на медиум софта. Это сэкономит им резину на последние круги, и они будут лучше их проходить, нежели я на своем харде, который и так дает до конца. Вот, конечно же, также еще и сейфтикар не помог тем ребятам, которые стартовали на медиуме и планировали перейти на софт уже ближе к концу дистанции. Им пришлось переходить сразу же на хард. Вот, так сказать, не по плану у всех вошел этот safety car, но благо он никому, так сказать, даже не помог. Это было самое-самое главное. Что же, потихоньку у нас уже заканчивается 18 круг гонки. Мэншот от меня отъехал, соответственно, ну, это было ожидаемо, все-таки у него медиум стоит. И тут был вопрос времени, когда он отъедет, но Кистит начинает уже меня потихоньку прессинговать, поскольку у него есть ДРС-крыло по отношению ко мне, также же Мирандикс был позади него, также с ДРС-крылом. Ну и тут же атака в третьем повороте, я даже не пытаюсь как-то сопротивляться, потому что, ну, не вижу смысла в этом, поскольку он меня все равно пройдет, мне самое главное просто удержаться за ним, может быть, он также получит штраф, и я смогу его потом в будущем обойти. Ну, всякое возможно в этой гонке еще. Мирандикс также позади начинает уже искать возможность для атаки. Тут я понимаю то, что, ну, как бы тоже сопротивляться я не вижу большого смысла. Он меня также обойдет, и я лишь потеряю кучу времени. Поэтому я хочу это время сэкономить на том, что я просто буду их преследовать, чтобы ребята, которые едут позади на медиумах, не дать возможность приблизиться ко мне. Но Слава догоняет меня и находится уже в ДРС-крыле. Так что, ну, мы были оба в Дискорде, так что, если что, я бы, может быть, его и пустил, потому что, ну, все-таки он гейт быстрее по отношению ко мне за счет как раз-таки медиума. Я же за Мирандиксом начинаю его преследовать за счет ДРСа, сокращать дистанцию, поскольку он выпал из этого самого ДРСа, и на старт финишной прямой у него вроде бы тоже его не будет. Слава позади имеет ДРС по отношению ко мне, так что мне надо было не совершать ошибки, чтобы не потерять еще кучу позиций. Ну и желательно, чтобы мы вдвоем доехали на хотя бы 4-й и 5-й позиции. Слава позади вроде получает еще 3 секунды, и у него уже 6 секунд.
И по итогу, на самом деле, борьба уже со мной никакого смысла для него не имеет. Навряд ли, я думаю, чтобы он успел оторваться от меня, ну или как-то вообще, в принципе, уехал бы на эти 3 секунды. По итогу, да, я начну даже немного оторваться от Славы. Передо мной идет борьба между Кистедом и Мирандиксом. Я пытаюсь приблизиться к этой паре. И, в принципе, у меня это получается. Я остаюсь до сих пор еще в ДРС-крыле за счет этой борьбы. Но, и да, Мирандикс начинает тут же уезжать от Кистеда достаточно быстрым таким темпом. Кистед пытается, конечно же, держаться за ним за счет ДРС-а. Но я понимал то, что уже, наверное, круга через 3, скорее всего, Кистед не будет иметь ДРС. И у меня появится возможность приблизиться к нему и атаковать. Хотя, конечно, атаковать, если у него не будет до сих пор штрафов, то это будет немного бессмысленно. Но, тем временем, гонка у нас продолжается. Лидер гонки уже уехал где-то, наверное, от нас на секунды 4. Ничего его первому месту не грозит, потому что даже если Миранекс каким-то образом и догонит матчшота, то у того еще 3 секунды штрафа, уже 6 секунд штрафа. И тут я начинаю напрягаться, понимая то, что с моими 3 секундами, я в данный момент в 2 секундах от Мирандикса, я могу залететь еще и на подиум, поэтому мне надо удержаться за Кистедом. В противном случае его еще и пройти, чтобы удержаться за тем самым Мирандиксом в этих 3 секундах. И самое главное, теперь мне не наловить эти 3 секунды. И тут у нас выезжает машина безопасности на последних кругах. Я, конечно, думал, опять же, заехать в боксы под этой машиной безопасности, поставить себе софт. Но вы посмотрите на мини-карту, насколько был укомплектован в тот момент пилотон. То есть, зайдя в боксы, ты потеряешь просто кучу позиций, которые ты не сможешь наверняка отыграть, потому что до конца гонки будет лишь 3 круга. Тут же я еще каким-то небольшим, блядь, образом умудряюсь то ли зацепить, то ли... Но по ощущениям я не цеплял даже близко к Макларену, но 5 секунд уже, когда, по сути, машина безопасности ушла. По итогу я ловлю себе небольшой тильт, поскольку за счет этих 5 секунд я мог, в принципе, претендовать как раз-таки на подиум. Но, конечно, да, данные 5 секунд я пытался обжаловать, чуть еще пытался прогреть хард, чтобы он был на температуре. Тут я вижу по приближающимся стрелкам то, что сзади там происходит какая-то жесть. И на самом деле, да, там Слава потом показал в Дискорде, что у него там происходило с Red Bull'ом, который под желтыми флагами начал разгоняться. И когда лидер пересек старт-финишную прямую, он тут же обошел 3 пилотов. Ну, за счет того, что он просто брал изначальную скорость для этого. Ну и что же, последний круг начинается. Я ничего не могу противопоставить Кистеду. В этот момент Мирандикс обошел еще и Мэтшота. И начинает потихоньку уезжать. Потому что ему нужно как можно дальше уехать от Кистеда, чтобы тот хотя бы, ну, чтобы Мирандикс смог сохранить хотя бы вторую позицию в лучшем случае. Ну, хотя бы минимально 3-ю. Вот, я же своими 8 секундами понимаю то, что, ну, как-то да, светит мне мало. Даже если мне снимут 5 секунд, Мирандикс, наверное, к этому моменту уже оторвется больше, чем нужно. Пытаюсь держаться за Кистедом, у нас вроде только на последнем кругу был разрешен ДРС, если я правильно помню. Соответственно, одна лишь прямая. Атаковать, ну, не вижу я большого смысла. Мне просто надо было за ним ехать и снова ехать. Вот, как-то так оно и получилось. То есть, ну, экшена было намного меньше в А-дивизионе, чем в Б. Вот, и да, я думал сначала, конечно, сделать 2 этих дивизиона в одном видео, но с Б-дивизионом получилось так, как получилось. Там очень получилось длинное видео, поэтому имеем 2 разных видео. Ну, что же, предпоследний поворот. Без проблем его прохожу. Выход уже на старт-финишную прямую. В последний поворот мы входим. Ну и, соответственно, выходим. И из-за 8 секунд штрафа я откатываюсь аж на 9-ю позицию. Но в конечном итоге эти 5 секунд с меня снимают. И я остаюсь на своей 4-й позиции. Так для меня закончилась первая гонка в А-дивизионе. Что же, на этом будем заканчивать. Да, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про розыгрыш ВКонтакте. Всем удачи и пока-пока.